Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Сегодня приглашаю прокатить со мной на велосипеде по улицам поселка Солнечного Ленинского района города Саратова. Поехали, посмотрим. Начиная с улицы Блинова, далее будет Антонова кусочек, Топольчанского и Тархова. Небольшое такое расстояние. Апрельским днем все у нас быстренько расцветает. Все цветет уже. Весна быстро наступает. Ну, смотрите, какие на апрель у нас стали тротуары. Где были отремонтированы в прошлом году и где нет. Смотрите.
Но проехал я здесь вот новой дорожкой, можно сказать, не по Топольчанской опустился, где там есть светофор. А вот здесь вот между СТО и стоянкой. Здесь нерегулируемый пешеходный переход. И быстрее я тут перехожу, чем там ждать светофор. Вот. Выезжаем на Антонова. Спокойно перехожу. Уступает здесь. Ну и дальше двигаюсь по Антонову в сторону Топольчанска.
Ну, выезжаем на улице Тархова. На этом заканчиваем. Был предыдущий сюжет, в обратную сторону я ехал. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Вот небо показало. Камера поднялась. Да, и что заметил, что характерно, весна настала, что вот перехожу дорогу, уступает мужчины, мужики уступают, а вот как не уступает дорогу, так это девчульна какая-то за рулем. Как-то так. Всем еще раз пока-пока, до новых встреч, пока.